В этом году орловских школьников больше пятерок по истории, биологии и русскому языку. По некоторым предметам есть даже высшие, 100-бальные результаты. Таких отметок в нашей области не было в течение нескольких лет. Все ЕГЭшные пятерки с достоинством прошли проверку ГАКа, хотя изначально сомнения были. Поскольку количество 100-бальников в основном растет, конечно, это и вызывает тревогу. Но завысить оценку просто невозможно, потому что наши эксперты, которые проверяют работы, они проверяют только части С, то есть третью часть, часть А и Б проверяет машина. Уже не первый год наша область весьма прилично смотрится на фоне соседних регионов. По ЕГЭ у нас стабильно хороший результат. Правда, в этом году не обошлось без тех, кому итоговый аттестат об окончании школы не светит. Есть у нас один кандидат, не получающий аттестат, потому что он воспользовался сотовой связью, выложил задание из КИМа по русскому языку. Если получил две отрицательные оценки на основных предметах – русском языке и математике, то тоже не получает аттестат. Пока не сдавших русский 24 11-классника. Но у всех шанс повысить свой результат есть. Сделать это можно будет 18 июня.